Сегодня опять говорим про цену биткоина. И да, ребята, вы правильно прочитали название. Я не преувеличиваю. Есть один особый паттерн на графиках. И я на самом деле сейчас в Дубае, на блокчейн-криптоконференции. И я нашел это, пока разговаривал Тонвейс. И мне просто пришлось выйти. Сел в свою машину, потому что это единственное место, где я могу нормально говорить. Поэтому сейчас я расскажу вам про свои цели, на что я смотрю сейчас. И знаете, ребята, на этот паттерн точно никто сейчас не смотрит. И чисто статистически он отлично себя всегда показывал. Поэтому поговорим об этом сегодня, а также о моих будущих трейдах. И, конечно, о том, что делать, если вы стоите в стороне сейчас. И как лучше всего сыграть на этом трейде. И давайте переходить на графики. Кстати, со мной тут мой Мэнда. Два моих друга приехали со мной на эту криптоконференцию. Обязательно зацените их Инстаграм и Ютуб. А сейчас давайте все-таки переходить на графики. И я покажу вам, что там происходит с биткоином. Конечно, у меня тут пока что какая-то мазня. И это не то, о чем я хотел бы поговорить. Но все-таки, если перейти на часовой график, у нас тут два бычьих флага. Мы до этого также пробились наверх из нисходящего клина. Как я и прогнозировал это ранее. Затем пробились из бычьего флага и почти дошли до моей цены, про которую я говорил, перед тем, как случился этот фейковый выход. Но давайте все-таки перейдем на паттерн, про который я как раз-таки сейчас хочу поговорить. И посмотрите, тут у нас пока что самый красивый паттерн, каких я уже не видел очень долгое время на биткоине. Мы сейчас на часовых свечах. И знаете, давайте все-таки перейду на 4-часовые свечи, где он вырисовывается еще лучше. Я говорил об этом с Тонвейсом, показал ему это, и он сказал: «Воу, мужик, да это просто замечательный паттерн». Итак, что у нас тут видно на 4-часовом графике? Прямо с 20 марта. А вы знаете, что чем больше времени проходит, тем точнее эти паттерны. Мы формировали эту огромную чашку, а сейчас у нас замечательная ручка. И как раз-таки тот самый фейковый выход биткоина, про который я говорил пару часов назад, в последнем видео, сделал эту ручку валидной теперь. Потому что она просто должна быть длиннее. И что самое лучшее, дайте-ка удалю эту линию здесь. Но в целом, чтобы высчитать цену, нам нужно взять самый низ этой чашки, который находится очень-очень низко, и поднять его до верха. И, ребята, получается цена в $68 700. И если вы подписаны на наш канал, и если вы не спали все это время и слушали, что я говорю, вы наверняка понимаете, почему это очень интересная цена. Именно поэтому вы и подписаны на MM Crypto. Давайте покажу вам кое-что. Если развернуть здесь AB равные CD и перенести их до низа этой чашки, тогда вы увидите, что цена у нас идеально сочетается с этими AB равными CD. И это еще не все. Я не говорю, что мы на 100% пробьемся наверх. Но вот что я хочу вам сказать. Если мы пробьемся из определенного выреза, про который я скажу буквально через секунду, тогда мы дойдем до цены в $68 300, которая идеально сочетается с AB равными CD и также с золотым сечением по Фибоначчи. Это просто монструозное сочетание. Так, дайте переключусь. Это просто нереальное сочетание, и мы такого не видели уже долгое время. Чем больше у нас таких сочетаний, чем больше у нас временной промежуток, тем больше вероятность для нас пробиться наверх. Стоит ли запрыгивать в лонг-трейд сейчас? Нет. Но я расскажу вам, когда стоит запрыгивать в лонг-трейд. Но, конечно же, вам нужно самим управлять своими рисками и полностью самим все анализировать. Итак, поскольку все дисклеймеры сказал... Лично я, и сейчас, секунду, удалю здесь все лишнее. Лично моя цена для входа будет тогда, когда мы пробьемся через эту линию выреза, которая хоть и кажется близкой, но очень далеко, выше уровня в $60 000. Если 4-часовая свеча закроется выше, подтвердим прорыв, тогда я зайду в массивный трейд и увеличу размер контрактов, которые есть у меня сейчас. И давайте по-быстрому покажу вам. У нас тут сайт с различными паттернами от Булковского. Большое спасибо ему. Итак, как вы видите... Сейчас, секунду. Эти паттерны отлично себя показывают. 3 из 39. Это третий по производительности паттерн. А высчитывалось это, основываясь на 9000 прибыльных трейдов. Поэтому лично я считаю, что это отличный пример. Даже очень-очень отличный пример. И давайте все-таки перейду на свой трейд. Итак, давайте покажу вам. Это мой трейд на FIMEX. На нем сейчас 8,5 миллионов. В этом трейде сейчас $2,5 миллиона прибыли. И я пока что ничего не выводил из него. Потому что что-то внутри говорило мне: «Крис, погоди-ка немножко. Пусть цена тебе скажет, что делать».
Поэтому, да, на это сейчас я и смотрю. И хочу, чтобы все было максимально просто. И также хочу от вас знать, ребята, что вы думаете по поводу этой потенциальной чашки с ручкой. Но опять же, ребята, не запрыгивайте в трейд до подтверждения прорыва. И я здесь для вас, как раз таки для того, чтобы рассказать это вам. Но если мы все-таки прорвемся, это будет очень интересно для биткоина. Но также держите в голове, ребята, что последний фейковый выход – это точно не бычьи новости. Но если мы пробьемся через эту ручку, через горизонтальный вырез, тогда лично для меня это будет именно тот момент, когда можно будет переходить на бычью сторону. Пишите мне, что вы думаете об этом. И также, ребята, у нас совсем недавно были шадоубаны, также и на его канале. И да, привет, Мэнда. Поэтому, ребята, обязательно ставьте лайки, уничтожьте алгоритм, комментируйте, делитесь видео. Так вы поможете нам, ребята, достигнуть большего количества людей. Потому что на данный момент это моя цель. И спасибо вам большое за то, что помогаете достигнуть ее. Как я всегда говорил, вы причина номер один, почему я просыпаюсь с утра с улыбкой на лице. Спасибо вам, ребята. Также внизу есть ссылки. Вы можете по ним забрать $700 бесплатного бонуса. Все будет в описании. Можете торговать этим бесплатным бонусом. Я тоже торгую на этих биржах. На Bybit, Fimex, Dudex. Bybit и Fimex на самом деле мои любимые. В общем, используйте ссылки из описания. Если используете наши ссылки сегодня, вам будут доступны все будущие бонусы. Просто кликайте по ссылкам, и после депозита вы получите бесплатные бонусы. Спасибо за просмотр, мы увидимся совсем скоро в новом видео. И как обычно, ребята, пока-пока.